Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами, как всегда, на связи Владимир Сушков. И сегодня для вас я подготовил презентацию бонусной маркетинговой программы компании Infinii. Сегодня мы разберем все бонусы компании. И эта презентация будет в первую очередь касаться тех партнеров, моих партнеров или вообще, кто будет смотреть это видео, кто будет строить в этой компании свои структуры. Мы разберем каждый бонус по полочкам. И я надеюсь, что после этой презентации у вас больше не будет возникать никаких вопросов по маркетинг-плану и по бонусам, которые компания здесь выплачивает всем своим активным партнерам. Давайте приступим к презентации. Что же все-таки это такое? Покупка через интернет. Но я надеюсь, для вас ни для кого не секрет, что сейчас абсолютно любой человек, находясь в любой точке мира, может приобрести тот или иной товар, сидя дома, за любимым компьютером, телефоном, планшетом или любым абсолютно гаджетом, в котором есть интернет. Для этого ему нужно иметь при себе банковскую карту, зарплатную, кредитную, ну и прочие карточки, которые есть абсолютно в любом банке. Или если у вас есть деньги на каких-то платежных системах, таких как Payeer, Perfect Money, Яндекс.Деньги, Kiwi, и все их перечислять я тоже сейчас при вас не буду. Сейчас любой уважающий себя магазин, который работает на земле, в своем арсенале имеет интернет-магазин. И все товары, которые продаются у него в реальной жизни, также дублируются в интернет-магазин. И это позволяет магазину при грамотном маркетинге увеличить свои продажи во много-много раз. Скажу даже больше, что сейчас есть много интернет-магазинов, которые наоборот в реальной жизни не занимаются торговлей, а они реализуют и продают все свои товары только исключительно через интернет. Связано это с тем, что магазину не нужно искать хорошее место в городе, где будут продаваться его товары. Ему не нужно нанимать продавцов для того, чтобы продавались его товары, чтобы платить им деньги. Все, что нужно магазину, это хороший интернет-магазин, хороший маркетинг и склад, на котором будут храниться эти товары. Ну и склад тоже иметь не обязательно. Если это мелкий магазин, то вы можете держать эти все товары дома. Приведу такой простой пример, что у нас с женой буквально 2 года назад тоже был свой интернет-магазин, пока моя жена не забеременела, и уже мы не могли содержать этот интернет-магазин, ну, по понятным причинам. То есть у нас появились другие заботы, и поэтому мы от него немножко ушли. Тенденция на 2016 год по электронным продажам растет, и сейчас многие люди себе не представляют жизнь без электронных покупок. Ну, к тому числу отношусь и я. Допустим, раньше, если у меня ломалась машина, то я ехал, так как я проживаю в Москве, на Кунцевский рынок и искал там запчасти. Я тратил свое свободное время на поездку, на пробки, ну и так далее. Сейчас вся эта задача упростилась. Вы просто ищете электронный магазин, который у вас устраивает по ценам, ищите там запчасть, заказываете ее, потом запчасть приезжает или к вам домой, или на работу, или то место, куда вы укажете. Вы ее оплачиваете, забираете, и у вас отпадают многие головные боли, и появляется куча свободного времени. Поэтому я считаю, что интернет-продажи и интернет-магазины в ближайшее время, в будущем, будут занимать большую часть нашей жизни и войдут плотно в наш график и в нашу жизнь. Наверное, до этого вы много раз слышали про такие электронные магазины-гиганты, как eBay, Amazon, Bonanza и Shopify. Ну, про Shopify я вам скажу честно, и про Bonanza я особо не слышал, а вот про Amazon и eBay я слышал не понаслышке и также пользовался этим сервисом в свое время, но так до конца в нем и не разобрался. И честно скажу, что не заказывал ни одного товара, просто завел там аккаунт в свое время, что-то там попытался сделать, но так у меня ничего не получилось. Но это было много-много лет назад, а сейчас как раз в компании Infinii нам предстоит полностью окунуться во все эти магазинные гиганты и разобраться в каждом досконально. И я помогу вам это сделать. Как работает Infinii? Это следующий слайд, который мы с вами разберем. В середине вы видите компанию Infinii. Сейчас мы все разберем по порядку.
И здесь у нас есть стрелочки на как раз гиганты в интернет-торговле. Такие площадки, как Amazon, Bonanza. Это площадка от Google. Это eBay, это Shopify. Скажу сразу, что на Amazon и на Shopify здесь у нас платные аккаунты. И раз в месяц нужно проводить определенную сумму оплаты. На Amazon у нас на бизнес-аккаунте платится $49. А на Shopify, честно говорю, что пока не знаю, сколько там платится, но скорее всего мы будем работать с вами, ну я по крайней мере так вижу наш путь со своей команды на Амазоне и на Бананзе. На Амазоне мы будем регистрировать платный аккаунт, но скажу сразу, что не спешите это делать, потому что мы будем все проходить по порядку и будем работать как раз с Амазоном и с Бананзе. Ну мне вот Амазон тоже больше понравился, потому что там очень большие возможности и очень много инструментов, которые мне тоже понравились. Ну а так вообще любой из вас может пройти регистрацию, если вы хотите, на каждой из площадок, и на eBay, и на Shopify, и на Bonanza, и на Amazon. Но хочу сразу сказать про Amazon еще одну вещь, которую я тоже узнал недавно, это то, что с одного компьютера вы можете зарегистрировать только один аккаунт. С одного IP-адреса можно торговать только одному человеку. Если вы будете работать с семьей, то нужно искать абсолютно другой IP-адрес. Даже регистрацию на один аккаунт нельзя проходить вот с одного компьютера, с одного IP-адреса. Вы должны зарегистрировать только себя и работать только собой, потому что Amazon блокирует все такие аккаунты двойные, так что имейте это в виду. Это очень важно, и немногие руководители об этом говорят. Я вам говорю это открыто и прямо, так что в семье должен быть только один торговец на Амазоне. Запуск компании состоялся 3 декабря 2015 года. И на данный момент времени, на 24 января 2016 года, у нас уже есть новый личный кабинет. В начале компания работала на кабинете бета. И сейчас внедряются все больше и больше инструментов в личный новый кабинет. И в феврале, уже в начальных числах, мы уже практически переходим к новому уровню развития и продаж на гигантах, таких как Amazon, Shopify, Bonanza, eBay, и будем синхронизировать эти все площадки с компанией Infinii. Я думаю, что у вас возникает вопрос, чем же мы все-таки будем заниматься в компании Infinii? И что же такого есть особенного в этой компании? Почему за месяц работы в компанию зарегистрировалось больше 40 тысяч человек? Я дам ответ на этот вопрос. Наша с вами основная задача будет заключаться в том, чтобы научиться работать в торговле на этих площадках и освоить все те инструменты, которые нам предоставит компания, и на практике применять эти инструменты. Для этого нам в ближайшее время нужно будет зарегистрироваться на многих площадках, выбрать основные, в которых вы будете работать, изучать их постепенно при помощи инструментов Infinii и внедрять уже в жизнь. Постепенно, начиная с того момента, когда весь новый личный кабинет будет реализован и всеми инструментами можно будет пользоваться. В начале февраля, когда компания постепенно в новый ЛК будет внедрять все новые и новые инструменты, на площадку будет добавлен еще один супер инструмент под названием Infinii Store. Все товары, которые мы будем продавать через Amazon, eBay, Shopify и Bonanza, будут выставлены через эту площадку, через Infinii Store. Это будет отдельная торговая площадка, в которой будет выставлены очень много разнообразных товаров, как самых дешевых, так и самых дорогих. То есть будет огромный интернет-портал. И эта торговая площадка будет полностью синхронизирована со всеми вашими площадками. Я имею в виду Amazon, Bonanza, Shopify, eBay. И что нам нужно будет сделать после, как мы пройдем регистрацию на этих площадках? Как только мы зарегистрируемся, где мы будем работать, на Амазоне, на Бананде, на Shopify, на eBay, выбрав одну или две площадки, но если вы потянете, вы можете выбрать все. Вы должны привязать эти все аккаунты именно к площадке Infinii. Ну, я надеюсь, что вы понимаете масштаб всего происходящего и слышите меня. Давайте теперь, чтобы было всем понятно, разберем, как будет работать весь этот процесс. Если вы уже являетесь
являетесь партнером компании Infinii, что вам нужно сделать дальше? Дальше вам нужно выбрать площадку, на которой вы будете работать, и пройти там регистрацию. Я имею в виду площадку Amazon, Bonanza, Shopify и eBay. Следующее, что нам нужно сделать, это сделать привязку площадки к Infinii Commerce. Допустим, вы выбрали площадку Amazon. Там вы будете совершать все свои продажи. Вы привязываете эту площадку к Infinii Commerce. Что нам это даст? Вы зададите такой вопрос. Я на него отвечу. Это даст нам следующее. Весь товар, который будет на Infinii Store, на этом огромном торговом портале, вы можете загружать на те площадки, на которых вы будете торговать. Ну, в данном случае мы выбрали Amazon, и на Amazon мы можем привязать после всех этих настроек и продавать хоть 100, хоть 1000, хоть 10 тысяч товаров. Вот что нам это даст в первую очередь. Что дальше будет происходить с товаром, который вы загрузили с Infinii Store на одной из площадок, с которой вы будете работать? Ну, также возьмем пример с Амазоном. Вы загрузили 100 диванов на Амазон в свой личный магазин. У вас появился покупатель. Как только появляется покупатель, у вас приходит извещение о том, что ваш товар на Амазоне хотят купить. Также это оповещение будет дублироваться в Infinii Commerce. Что вам нужно будет сделать дальше? Вам нужно будет зайти в личный кабинет Infinii Commerce и оповестить Infinii Commerce о том, что у вас появился заказ. Нажать пару кнопочек, и дальше что будет происходить? Дальше Infinii Commerce запакует товар и отправит покупателю. Вот и все. Вот такой вот примерно процесс будет происходить с вашим товаром, который будет привязан к вашему любому магазину на одной из этих площадок. Все просто. Чтобы заниматься всей той деятельностью, о которой я рассказывал до этого, а именно электронной коммерцией, покупкой и продажей товаров на площадках гигантов, сидя дома, через интернет, покупая, перепродавая товары, вы должны у компании приобрести определенную лицензию. Их здесь 3 штуки. $50, $150 и $400. Каждая лицензия отличается лишь инструментами, которые в нее входят, и количество товаров, которые вы можете купить на еще дополнительные площадки, такой как спинборд. Этот взнос вы должны делать ежемесячно. Также, если вы будете строить структуру, то есть еще дополнительный взнос, это $10. Вы его также должны делать каждый месяц. Давайте теперь приступим к разбору всех бонусов в этой компании. И здесь они просто шикарные. И за 3 года работы я, честно говоря, не встречал такого маркетинг-плана. Такого шикарного и такого денежного. Если вы здесь начнете строить структуру, то уже через некоторое время при хорошем раскладе вы будете получать очень и очень хорошие деньги, даже если не будете заниматься торговлей. Ну, здесь каждый выбирает себе свой путь. Вы можете заниматься торговлей в этой компании, вы можете заниматься построением бинара, построением структуры, и вы должны выбрать то, что вам нравится, то, что по душе. А можете заниматься и тем, и, соответственно, у вас будет намного и много больше денег. Собственно, этим я и буду заниматься. Давайте разберем маркетинг. Он здесь гибридный и состоит из двух составляющих. Это бинар и это Unilevel. Что же такое гибридный план? Это значит, что по бинару вы будете получать отдельно бонусы, а по Unilevel отдельно. Unilevel – это 15% вы будете получать с каждого стартового пакета. Ну, на предыдущем слайде мы разбирали те лицензии, которые люди должны приобрести, зайдя в эту компанию, для того, чтобы начать торговать на площадке Infinii. Это $50, и с этой покупки, если человек заходит под вами, то вы получаете с него $7.5 единоразово. Если он заходит на $150, то вы получаете $22.50. И если он заходит на $400, то вы с этого человека получаете $60. И так каждый месяц. Если человек вникает в этот бизнес, начинает торговать, начинает продавать товары, у него идет бизнес, ему в любом случае в следующем месяце нужно приобрести опять лицензию, потому что лицензия покупается каждый месяц. И в следующий месяц, если человек также
приобретает лицензию, вы получаете опять те же самые бонусы. Представляете, какая это система? Если вы пригласили, вдумайтесь в это, ну, 100 человек, допустим. У меня в структуре уже 500 человек, и многие из них проплатились там на около 3000 долларов. И каждый месяц, если эти люди начнут торговать, если начнут зарабатывать, благодаря тем знаниям, которые дает Infinii, я каждый месяц буду с этих людей получать вот такие бонусы. Сейчас это 50 долларов они все купили, а потом им захочется больше. Они в любом случае, чтобы выучить какую-то новую информацию и взять больше инструментов, а инструменты вам даются с пакетом больше 150 долларов, это уже другие инструменты, и люди постепенно перейдут на этот пакет, и в конечном итоге они перейдут на 400 долларов. Из каждого этого человека я буду каждый месяц получать 60 долларов. Или вы, если вы будете строить эту структуру. Вот что такое первый бонус Unilevel 15% стартового пакета. Я надеюсь, что это понятно. Следующего бонуса уже нет, но я все-таки решил рассказать, почему его убрали. Это бонус новичка. Компания выплачивает 70% от всего товарооборота и от всех вообще зачислений в эту компанию, даже со стартовых пакетов, на маркетинг-план, который здесь просто шикарный. И из этих 70% компания хотела выплачивать 600 долларов каждому участнику, который пригласит под себя двух человек в левую и в правую ногу на 50 долларов. То есть, что это значит? Вы попадаете к кому-то в структуру. Для того, чтобы кого-то зарегистрировать, вам в любом случае нужно проплатить 10 долларов, иначе вы это сделать не сможете. И приобрести лицензию, ну, любую, 50, 150 или 400 долларов. Также, если вы приглашаете двух людей слева и справа, и они проделывают все то же самое, там даже можно было не строить структуру без 10 долларов, а просто бы они купили лицензию и заходили на полный пассив для того, чтобы покупать и просто продавать товары, то компания говорила, что от всего товарооборота в этот месяц каждому, кто это сделает, мы будем выплачивать 600 долларов. Ну и за первый месяц работы было выяснено то, что это нерентабельно. Ну, за первый месяц работы, пока компания только на старте, товарооборота фактически никакого не было. Ну, он был у американцев там на 90 тысяч долларов. И представляете, эти 90 тысяч долларов просто разделили на всех, кто это сделал. И там буквально получилось, ну там вообще по копейкам выплатили, там по 7 или по 5 долларов каждому. Посчитали, что это несерьезно, и ввели еще лучшие бонусы, о которых речь пойдет дальше. Давайте перейдем к следующему слайду, и я расскажу о других бонусах. Итак, чем же все-таки был заменен бонус 600 долларов в компании? Ну, во-первых, хочу сказать, что в компании есть внутренние очки. Это так называемые BV. Один BV у нас равен 1 доллару. Теперь посмотрим, чем же заменила компания вот этот вот бонус. Смотрите, давайте разберем по порядку. Если вы пришли в компанию, то это также называется бонус новичка. И в течение 30 дней, если ваша группа набирает 200 BV, то есть лично ваши приглашенные, то вы получаете 50 долларов. Что это обозначает? Если вы, допустим, пришли, пригласили 4 человек, которые также купили лицензию на 50 долларов, это получается 200 BV или 200 долларов у вас оборот в вашей группе, и вы получаете за это 50 долларов. Помимо тех бонусов на Unilevel, то есть вы получите там бонус и получите здесь 50 долларов. Вы пригласили 4, с каждого пакета по 50 вы получите 7,5 долларов, и также здесь получите еще за то, что вы пригласили 4, они купили лицензии по 50 долларов, то вы получите еще 50 долларов. Ну, в общей сложности сколько это получается? В районе 80 долларов. Или можно пригласить одного участника на 150 долларов, чтобы он купил лицензию, а второй пришел на 50 долларов и купил лицензию, вы все равно получите эти 50 долларов. Также действуют и остальные бонусы в течение 30 дней. Если вы пригласили 8 человек на 400 долларов по 50 долларов, то получите 100 долларов. Если пригласили людей, и они в вашей группе сделали оборот на 800 долларов, то получите 200 долларов. Если 1600 BV, то 400. И так вы можете получить в месяц до 2000 долларов. Если вы пригласили больше народу, больше 2000, вы на этом бонусе не получите. Согласитесь, что это намного лучше, чем ждать 2-3
3-4 месяца, чтобы получать там по копейкам и прийти вот к этим $600. Ну, этот бонус про $600, он был бы актуальный, если бы уже компания работала там 3-4 месяца, его ввели. Но сейчас на данном этапе, на первоначальном запуске, это не актуально, и вот этот вот бонус, он более рентабельный, я считаю, что очень выгодный. Перейдем к следующему слайду. Давайте теперь поговорим про карьерную лестницу, куда здесь можно прыгнуть и каким способом. И на этом слайде представлены не все ранги, а ранг последний директор. Я думаю, что на ближайшее время нам этого вполне достаточно. А потом уже будет отдельная презентация, как попасть на ранг выше. Смотрите, первое, когда вы заходите, вы являетесь обычным участником. Следующий ранг – это ранг менеджера. Как на него попасть? У вас в обороте в левой и в правой ноге должно быть влево 750, правое 375 или наоборот. То есть вы должны набрать тех людей, которые проплатятся на по $50, и должно получиться очков 750 BV и вправо 375. А можно наоборот. Следующий ранг — региональный менеджер. Влево у вас должно быть 3000 BV, справа 1500 или слева. То есть абсолютно неважно, в какой ноге у вас будет какая сумма денег. Следующий ранг — это национальный менеджер. Здесь у нас нужно набрать $10,000 или 10 тысяч BV влево или вправо, и также влево или вправо вы должны набрать $5,000 или 5000 очков. Вот таким вот способом можно добраться до национального менеджера. И директором становятся те, кто набирает в левой ноге, допустим, 30 тысяч BV, а в правой ноге 10 тысяч BV. Ну, про статус директора мы поговорим на следующих слайдах, и к нему мы сейчас придем. Все, переходим к следующему слайду. Надеюсь, что здесь все было понятно. И вот мы плавно подошли к бонусу «Директор», который мне очень нравится и к которому я планирую прийти за 90 дней. Как он получается, этот статус, я уже немножко рассказал, но давайте я расскажу, что вы получаете в конце, дойдя до этого статуса. Вы становитесь директором, как я уже сказал, набрав 30 тысяч баллов BV в левой ноге или в правой, и 10 тысяч баллов BV или эквивалент в долларах в правой или в левой ноге. Это абсолютно не важно, из каких ног у вас будут такие суммы. Как только вы набираете такой товарооборот или приглашаете столько людей влево и вправо, то вы получаете $10,000 плюс $10,000, получается это $20,000, если вы доходите до таких показателей за 90 дней с момента участия в этой компании. То есть вы прошли регистрацию, вы платили $10, платили 50 и двигайтесь к этому рангу. Но это еще не все. Здесь вы получаете $20,000 за то, что прошли за такой короткий момент времени, за 90 дней. Но вы можете получить $10,000, если дойдете, даже если пройдет время больше 90 дней, то вы все равно в любом случае получите $10,000 единоразово. Представляете, какой хороший бонус. Давайте возьмем курс на сегодняшний момент. $1 у нас равен 80. Что через 90 дней будет, никому не известно. Возможно, будет 100. Через 90 дней вы получите, дойдя до этого ранга, 1 миллион рублей. Просто из-за того, что вы пришли в эту компанию и начали строить структуру. Научили людей торговле, они начали торговать, или просто пригласили такое большое количество человек, вы получите такой шикарный бонус. То есть здесь есть к чему стремиться и есть к чему идти. И я считаю, что это такой хороший двигатель ваших действий, да, чтобы дойти к этому бонусу как можно быстрее. Вот я планирую прийти к этому бонусу за 90 дней. Я себе поставил такую цель, и я надеюсь и в принципе уверен, что я к ней дойду. Ну, все время покажет, и как только я получу такой бонус, обязательно будет обзор на моем канале, вы это все увидите. Вот такой вот шикарный бонус, идем дальше. Ребята, вы удивитесь, но это еще не все бонусы, о которых я вам рассказал. Давайте перейдем к следующему бонусу, он тоже очень интересный, и заключается он в следующем. Когда вы идете к статусу директор, вы помимо того, что если к нему приходите, как я уже сказал, за 90 дней получаете $20,000, если приходите больше 90 дней, получаете $10,000 единоразово. Пока вы идете к этому бонусу, вы получаете еще командную прибыль и получаете 10% с командной прибыли.
цели. Ну, допустим, вы строите структуру, идете к бонусу директор, получаете все предыдущие бонусы, идя к этому статусу. И в команды прибыли, если у вас оборот в структуре равняется 250 BV, то вы получаете $250. Тоже помимо тех бонусов получаете еще плюс к тем бонусам вот эти еще плюс $250. Если ваша команда наторговала на 5000 BV, ну, или на $5000, то вы получаете $500, 10% от $5000. Если наторговала на 7500, то получаете $750. Если на 10 тысяч, то $1000. Согласитесь, что это здорово и круто получать еще 10% от команды прибыли, идя таким шикарным статусом. Вот такой вот интересный бонус. Я надеюсь, что он тоже вам понравился. Идем дальше. В начале своей презентации я рассказывал о том, что здесь гибридный маркетинг, и что есть Unilevel и есть бинарная составляющая. И все бонусы, которые мы до этого разбирали, как раз касались Unilevel. Теперь давайте поговорим про бинар. Что же мы получаем с бинара? Мы получаем 10%, идя до уровня директора, от всего оборота структуры с короткой ноги. Ну вот на картинке это хорошо отображено. Вы сверху строите свою структуру снизу. У вас в левой ноге 100 человек, в правой 200 человек. Вы за неделю получите как раз 10% именно с короткой ноги. Поэтому в бинаре лучше развивать и левую ногу, и правую, чтобы они шли равномерно. Просто будет такая ситуация, когда у вас в левой ноге 100 человек, допустим, или в правой, а в другой ноге 1000. И вы все время будете получать именно бонусы с короткой ноги и не дойдете до длинной ноги. То есть вам, чтобы получить все бонусы, которые у вас там накопились, вам надо увеличить свою левую ногу со 100 человек там до 1100, допустим, и тогда вы уже потом получите бонусы именно с правой ноги. Вот это надо тоже здесь хорошо понимать и учитывать. Если вы двигаетесь еще раз до уровня директора, то вы получаете 10% еженедельно с левой ноги, ну, с короткой ноги, 15%, если вы доходите до уровня директора, то вы получаете уже такие проценты, и если доходите до статуса амбассадор, то вы получаете 20% с короткой ноги. Есть одна особенность: вы можете получать не более $50,000 с короткой ноги еженедельно, то есть это в месяц получается $200,000. Но я думаю, что это не проблема, да, для нас, я так думаю. Вот такой вот еще один дополнительный инструмент для построения структуры и для увеличения вашей финансовой независимости. Идем дальше. Следующий бонус тоже очень интересный. Это вы получаете 5% с товарооборота ваших лично приглашенных. Не с чеков, как в других компаниях, а именно с товарооборота. Это очень выгодно. Идем дальше. Следующий вкусный бонус, который начинает действовать с ранга директора и распределяется между директорами, амбассадорами и следующими рангами после директора. Компания выделяет 4% и делится со всеми директорами, амбассадорами 4% со всего глобального мирового товарооборота. Вы представляете себе просто какие-то деньжища. Но я надеюсь, что многие представляют и после этой презентации сделают правильный выбор. Идем дальше. И последнее, о чем я хотел поговорить, это о бонусах, которые вы получаете по достижению того или иного ранга. Двигаясь до директора, за 90 дней вы получите 10 тысяч, если пройдете больше 90 дней, если пройдете за 90 дней, то получите $20,000. Дальше ранги, я о них уже рассказывать не буду, и это будет в отдельном видеообзоре, уже по достижению каких-то результатов. Но поверьте мне, что двигаясь по рангу, там вы получаете еще очень и очень вкусные бонусы. Это бонусы амбассадора и дальше. Ну, будет все в отдельной презентации, я так думаю, она скоро будет на русском языке, точнее уже есть. Но я решил записать вот именно свою презентацию, чтобы показать свое видение по этой компании и показать, как вообще будет происходить торговля в этой компании, как мы с вами будем здесь развиваться с теми, кто выберет эту компанию и выберет себе новую профессию, сделает правильный выбор. На этом я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что вам была понятна моя презентация по бонусам. Тут, в принципе, сложного ничего нет. Если какие-то вопросы у вас остались, то пишите по тем контактам, которые вы найдете в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и я жду вас всех в свою команду.
давайте идти вместе к нашим целям, к финансовой свободе. Все, с вами прощаюсь, с вами был на связи Владимир Сушков. Всем хорошего заработка, хороших чеков, пока-пока.